go, Global Risk. Flash bomb.
Ставку, чтобы перевернуть игру и поставить на новое событие. Смотри продолжение сезона российской премьер-лиги на Матч ТВ. Зенит Уфа. В воскресенье в 16:15 на Матч Премьер. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Нет ставки, нет игры. Время ставок. Ставка сделана, а интерес пропал. Винлайн. Выкупи ставку, чтобы перевернуть игру и поставить на новое событие. Винлайн. Выкупи ставку. Переверни игру. Криштиану Роналду, Пауло Дибало, Марио Мандзюкич, Леонардо Бонуччи, Джорджо Келлини сегодня не участвуют. Ювентус играет с Удинезе в чемпионате Италии накануне эпохального матча Лиги чемпионов. Вот с этим и связана такая ротация. Дмитрий Шнякин, Александр Шмурнов напротив матча участвуют. Мы вместе с вами... И мы обсуждаем состав Ювентус. Почти все сделал Александр Иванович Шмурнов, чтобы вы даже переключили бы их. Но, тем не менее, нужно вот работать с тем, что имеется. Вот такой состав Ювентуса. С Алексом Сандро слева в атаке. С Мойзе Кином в центре нападения. И с другими персонажами, которые реже получают игровое время. Состав Удинезе значительно более привычный. Но вообще-то это не я, это Аллегри. На всякий случай, да? Мы расскажем подробно обо всех футболистах, которые представляют Удинский клуб. Очень новая команда, и Давиде Никола тоже тренер, молодой, 43-летний. Любопытно, что он немного поиграл сам за Торино. И сегодня тоже такой вызов для него, ну и всегда. Удинезе — это же маленький соперник, у него эти большие, настоящие, крупномасштабные зебры. Ну, это всегда было такое черно-белое противостояние, действительно, форма похожая, но не в данном случае, понятно. Не совпадали цвета, ну и сегодня самое интересное, это, конечно, стартовый состав Ювентуса и те люди, которые попытаются своим шансом воспользоваться. Массимилиано Аллегри сейчас под огромным давлением, еле-еле все это сдерживает, даже в какой-то момент, я уже не скажу, сдал, всех соцсетей. Арбитр стартовый стоп игры, которая может быть для Юве действительно важна, как возможность проверить ближайший резерв, судит матч.